Всем привет, друзья, это экстренное видео. Дело в том, что вышла, наконец-то вышла новая песня Кати Адушкиной. И я просто в шоке на самом деле. О мой бог, это обложка этой новой песни. Зажигай, и какая она красивая. Я не знаю, видно ли на камеру, но посмотрите на это еще раз. О мой бог, это новый, это похоже реально новый хит лета. Как я сказал, сегодня будет реакция на песню, а завтра выйдет реакция на клип. Друг, подпишись на канал, если ты впервые на моем канале, чтобы не пропустить это событие. Еще одна вещь, которую я пока не забыл, подпишись на мой ВК, там почти 10 тысяч фолловеров, осталось совсем немножко, подпишись. Там много интересного, там выходят мои новости, мои сохраненки там тоже есть, подпишись, ты не пожалеешь. А сейчас первая реакция на новый трек Кати Адушкиной, зажигай, поехали. А пока мы не послушали новую песню Кати Адушкиной, обязательно подпишись на канал Анютки-малютки. Они снимают очень клевые челленджи, которые ты не встретишь на других каналах. Мороженое из случайных ингредиентов. Мама, она будет давать две коробки, в одной коробке будет вкусные продукты, которые подходят для мороженого, а второй будет ужасный, противный. Нам будет отвратительно его есть с мороженым. Папа против мамы. Слизи челлендж. Прятки во дворе и многое другое. Лично мое самое любимое видео — это Fortnite Dance Challenge. Это очень смешно, я пересматриваю уже пятый раз. Давайте перейдем на последнее видео Анютки-малютки, поставим лайк и напишем, что мы пришли от Ромы. Я думаю, ей будет очень приятно. Ссылочка в описании ролика. Окей, начало уже похоже на лимонад. А, какое-то летнее начало, чувствую летнее начало. Окей. Я это говорил, когда еще был лимонад, но голос вообще не похож на Кати, я не знаю. Если вы узнали здесь Катю, ребят, поставьте лайк под видео. Я не узнал, это Катя поет вообще? Офигеть. На шаг вперед, беги, чему мечтаешь. Всем нужен хайп, но он ведь не решает. Очень напоминает Вики Шоу, песню. Подожди, подожди, здесь она постеры делала перед выходом этого клипа и трека в инстаграме. Звезды зажгут, давайте это переслушаем. Это было в постерах недавних в ВК и в инстаграме. Я не знаю, здесь нет, по-моему, вообще автотюна, я его не чувствую. Либо ребята сделали настолько качественно, что я не чувствую, как натянули голос или что-то типа того. Как же я волнуюсь, я не понимаю, почему такое чувство. А кто поет еще? Народ, срочно пишем хэштег «Жги, зажигай», как мы это делали около 3 видео назад. Вау. Я не знаю, у меня просто нет слов. Мне нравится перед припевом вот эта лирика небольшая. Ты ставишь Лоис, и значит мы ворвемся, друзья. Ставим Лоис под этим видео, и мы ворвемся в тренды, я надеюсь. И вот на самом деле это уже второй куплет. Я бы не сказал, что вот лимонад, Вики Шоу песня, вот Жги, зажигай песня Кати, они о чем-то разном, то есть они об одном. Это YouTube, это хайп, это YouTube. Это тема YouTube в каждой песне. Я хочу срочно клип посмотреть. Я хочу это увидеть. Вот это вот перед припевом мне очень сильно нравится. Я надеюсь, что это станет хитом лета, потому что это очень похоже на хит лета. О, это очень звучит. О, я думаю, что на вот этой части песни будет именно танец. Я еще не смотрел клип, я только увидел песню, премьеру песни.
Только это пока что видел. Вот, кстати, интересный момент. Буквально вчера Кирилл Деденок выпустил кадры со съемок этого клипа. И я видел там этих двух ребят, о которых я говорил еще в том видео, где их увидел на камере, на вот этой штуке у камеры. По-моему, это какие-то известные танцоры. Если это известные люди, то я о них не в курсе. Но выглядит все очень даже симпатично. И мне понравились кадры со съемок. Я даже вставлю кадры сюда. Африканский стиль. Это мне напомнило Ивана Дорна. Африка. Я знаю, что это. Это, по-моему, романтическая часть в клипе. Да? Да? Я угадал? Еще раз вам говорю, что голос вообще не похож на Катю. Катя, как ты это делаешь? Почему у тебя в видео вообще другой голос? Я жду бэкстейдж со съемок. Именно как все это было. Я очень жду это. Я еще хочу пародии. То есть, что интересно люди сделают на эту песню. Эта песня меня вызывает улыбку. Я не знаю, у меня одного это? Вот это еще момент мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау, это так круто, блин. Народ, это была моя первая реакция на новый трек Кати Адушкиной. Жги, зажигай или зажигай, называйте как угодно. Давайте наберем кучу хэштегов, чтобы Катя увидела, такая поняла. Вау, канал Ромы поддерживает мой новый трек, это очень клево. Обязательно пиши в комментариях, понравился ли тебе этот новый трек, понравился ли тебе новый клип. Завтра будет реакция на клип. Подпишись на канал, чтобы не пропустить и быть первым, кто прокомментирует это видео. Ссылка на ВК у меня в описании ролика. Переходи, подписывайся. Почти 10 тысяч фолловеров. Это огромное число. Давайте его быстро доберем. Также там есть мой инстаграм. Переходи, подписывайся. Там интересные фотки и истории почти каждый день. Жду тебя. Всем удачи и до завтра.